Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Виктор Балит. Хочу предоставить нашу рубрику или статью в газете «Мое здоровье». Это приложение у них такое бесплатное, газета называется «Кругозор» за март 2015 года. У них реклама есть и различные продукты для здоровья, в том числе наша статья «Мелалойка. Что это?». Хочу вам коротко прочитать ее. Ну, вы тоже можете сделать это сами, конечно, сходя в магазин и взяв себе такой экземпляр газеты, тем более, что она бесплатная. Вы можете также взять несколько экземпляров и раздать вашим знакомым и друзьям. Значит, читаю. Мелалойка и Ньюйобайоль является сильнодействующим натуральным средством из австралийского чайного дерева и калифорнийского масла йойоба. Существует сотни разновидностей чайных деревьев, но антисептическое масло получают лишь из одного известного как Malleleusa alterfolis. Научные доказательства бактерицидных свойств масла австралийского чайного дерева впервые представил Пенфолд в 1925 году. Он опубликовал работу, в которой были приведены доказательства, что антисептический эффект мелалойки в 8 раз сильнее карболовой кислоты и почти в 5 раз сильнее спирта. После этого мелалойку стали широко применять в Европе и Америке при бактериальных и грибковых поражениях кожи и слизистых оболочек. Значит, мы видим, с 1925 года уже она здесь в Европе активно продается. Ну, сам продукт известен очень давно. Значит, здесь вы можете прочитать всю информацию до конца. Также у меня на страничке, здесь указана страничка victorbali.de. И здесь объявление нашей мелалойки по самой лучшей цене. То есть, действительно, вы у нас получите мелалойку по самой лучшей цене. Просто нужно позвонить. Я для вас сделаю специальный ангибот. Самый лучший. У нас самые лучшие цены по Германии. Вы в этом уже сами убедились. Жду ваших заказов. Звоните. В этом месяце у нас как раз идет акция. То есть, мы всех знакомим, новеньких, да, знакомим с нашим чудесным продуктом. Поэтому звоните. Жду вашего звонка. С вами был Виктор Балит. Пока-пока.